Вы смотрите канал «Дедовский метод». Всем отличного здоровья и хорошего настроения. Хочу показать свою очень давнюю работу. Это крышка на колодец. Эта крышка была сделана временно. Ну, для того, чтобы просто мусор туда не падал и прочее, прочее. Вот, что временно, то и постоянно. Ну, она так бы и смотрится неплохо. Вот прошло лет, наверное, 10. И вот в таком состоянии, как и была. Открывать ее вот так легко. Просто сдвинул. И все. Там он ребра есть. Вот так вот. И круг. Круг сегментов с фанеры просто вот так. Чтобы, ну, с отходов фанеры сделал просто. И все. Колодец закрыт. Потому что у многих это колодец не питьевая вода, техническая вода, но тем не менее закрыта крышкой, и всегда там нету мусора. Так что вот этим оно и приятно, и оно снимается легко, и зимой стоит, и это все с подручного материала, то есть фанера отходы были. Брусья тоже отходы, ну, оцинковку пришлось покупать. И вот такой замок, я не знаю, я сам не жестянщик, но вот замок делал вот такой. Видите, это вот два листа сходятся, а это S-образный такой профиль. Потом вот так одевал, приклепывал, еще плюс саморезы. А саморезы анодированные и не ржавеют. Так что сверху вот такую штуку сделал. То есть я зашил, закрыл полностью. Испарения, если идут с колодца, то вот здесь есть щели все равно вот эти. Видите, уходит зимой даже влага. И все отлично. Так что вот такой как бы давнее мое изделие. Но оно сейчас вот может быть актуально с кризисом. Что можно сделать легко, быстро и малобюджетно. Вот это я хотел показать. С вами был канал «Дедовский метод». Спасибо всем за внимание. Пишите свои комментарии. И до новых встреч!